есть на земле совхоз огонек, плюс там виноград и лозы. На речном берегу в окружении садов, вдоль улиц ленистые зеленые. Там заводами на заре птицы звонко поют, и кленовые шепчут на листья. О тебе, обо мне, о цветущей весне, и о том, что теперь лишь нам снится. Там заводами на заре птицы звонко поют, и кленовые шепчут на листья. О тебе, обо мне, о цветущей весне, и о том, что теперь лишь нам снится. Никому никогда невозможно забыть годы детства и юности годы. Первый школьный звонок, школьный бал выпускной и счастливых родителей слезы. Пожелтевший альбом нам напомнит порой, где с друзьями бывали когда-то. Вечера, огоньки, первомайские дни, берег речки, чуть-чуть от заката. Я сын Мухаммед Атаржановича Атаржанова, основателя совхоза завода «Огонек». Мой друг Кулат Ражапов, работая военным комиссаром в одном районе с моим отцом, много интересовался, в каких городах Европы он участвовал в разгроме фашистов. Также интересовался хозяйственной деятельностью отца. В результате этого мы написали книгу «Жизнь, посвященная добру». В период сбора и изучения материалов для книги я по-другому осмыслил желание отца создать творческую команду для осуществления своей мечты. Но чтобы сколотить такую команду, нужно было самому знать все нюансы хозяйственной деятельности. Всеми этими знаниями отец владел и, тем не менее, все время работал над повышением своих знаний и внедрял их в производство. Часть из этих внедренных новшеств
вы увидите в фильме. Все свои знания и опыт отец отдавал работе для улучшения жизни людей, что соответствовало требованиям настоящего времени. Основной идеологией нового Узбекистана последовательно проводимой президентом Узбекистана Шавкатом Мирабановичем Мирзиёевым является идея доброты, человечности и гуманности, в основе которой лежит воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. Это и видно и в обновленном центре поселок Огонек. Судить вам, дорогие зрители, после просмотра фильма, выпущенного Валерием Евгеньевичем Исаковым. Спасибо. Разработанная 25-м съездом КПСС программа специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, перевода его на современную промышленную основу, открыла новый этап претворения в жизни ленинского кооперативного плана в условиях развитого социализма. Главная цель перевода сельскохозяйственного производства на промышленную основу – наиболее полное удовлетворение потребностей населения нашей страны продуктами земледелия. С этой целью в ряде республик нашей страны созданы агропромышленные объединения, в которых интенсификация, интеграция и кооперирование промышленности с сельским хозяйством воплотились практически. Преимущество таких объединений – возможность проводить единую экономическую политику во всех подведомственных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, чем достигается главная цель интеграции – увеличение выпуска продукции высокого качества за счет лучшего использования материальных, технических и трудовых ресурсов. Укрепление экономических связей между перерабатывающей промышленностью и сельским хозяйством, их органическое слияние – логика развитой агропромышленной интеграции. Одной из форм агропромышленной интеграции являются совхозы-заводы, положительный опыт которых мы проследим на примере совхоза-завода «Огонек». С близким залеганием грунтовых вод. Совхоз специализируется на выращивании винограда и плодов и имеет 715 гектаров садов и 494 гектара виноградников. В 1971 году совхозу был передан небольшой винодельческий завод, расположенный на его территории. В результате этого производство фруктов и винограда и их промышленная переработка сосредоточились в одном хозяйстве. Что дало совхозу соединение сельскохозяйственного производства с промышленностью и какой от этого получен экономический эффект, рассказывает директор совхоза завода «Огонек» товарищ Мухаммед Атаджанович Атаджанов. Нестандартные продукты не знал куда-куда. Но мы как создавали, как они говорили. Мы как создавали, и как нас пропадали.
Вот объединение того, что вкусно, мы это продукты из всех городов. То есть Бог продукты у нас нет. Что идет в дело? Первый год мы получили 31 тысяча рублей. А по следующий год мы добились прибыль от завода до 20 тысяч рублей. Притом мы снизили бы стоимость упускания продукта. Таким образом, мы, значит, в прошлом году сдали государству 3 546 300, а прибыль от завода 120 тысяч рублей. Совхоз-завод сдает государству ежегодно более 9 тысяч тонн винограда, около 7 тысяч тонн плодов, 600 тысяч декалитров виноградного вина и 300 тысяч декалитров фруктовых соков. При этом себестоимость продукции самая низкая в республике. Залогом высокой эффективности ведения хозяйства является своевременное проведение всех работ на высоком агротехническом уровне. Особое внимание уделяется обрезке виноградников. Обрезка проводится с большой нагрузкой плодовых почек на куст. Оставляются длинные лозы для создания аллей, козырьков и загрузки несущих проволок. Зарешетив хозяйственный год, обрезаны и укрыты виноградники. Приходит пора горячих работ по выращиванию нового урожая. Низкая себестоимость продукции является следствием широкого применения механизмов на всех трудоемких процессах во всех отраслях. Укрытие и открытие виноградников полностью механизированы. На открытие используются пневмоагрегаты, изготовленные рационализаторами в мастерских совхозах. Каждый из 18 таких агрегатов открывает за 2 смены до 3 гектаров виноградников, что заменяет работу 45 человек. Не менее 120 тысяч штук.
повышением урожайности виноградников за счет получения дополнительного урожая с козырьков, аллей и лоз, располагающихся на несущих проволоках. Плодовое звено на несущей проволоке имеет длину более 3 метров и является одним из рукавов куста. Таких плодовых звеньев имеется по 300 штук на каждом гектаре. Каждая такая подвеска дает в среднем по 8-10 килограммов винограда, что в переводе на гектар дает прибавку урожая 24-30 центнеров. Значительную прибавку урожая дают аллеи, устроенные на внутриквартальных дорогах через каждые 100 метров, а также аллеи на межквартальных дорогах и по периметру КАП. Хорошее освещение и горизонтальное расположение лоз способствует накоплению большого урожая отличного качества. Устройство аллей, козырьков, оставление лоз с большой нагрузкой на несущих проволоках дает общую прибавку урожая до 30%. Средняя урожайность по совхоззаводу составляет 220 центнеров. Высокая целенаправленная агротехника способствует получению ягод с высоким содержанием сахара и других компонентов, необходимых для получения высококачественных вин. В центральном дегустационном зале объединения «Вкус плодоовощи Винпро» оценивается труд виноградарей и виноделов. Сегодня в дегустационном зале оценивается качество вин совхозавода «Огонек», результат труда всего коллектива. Как всегда, вина совхоззавода получает высокую оценку дегустаторов. 3 маркам вин «Алиатико», «Узбекистон» и «Кагор» уже несколько раз подряд присваивается государственный знак качества. Виноград, предназначенный на промышленную переработку, переводят бесплатным способом. Заводом перерабатывается ежегодно около 15 тысяч тонн плодов и винограда. Все процессы механизированы. Завод оснащен современной высокопроизводительной техникой. Со времени соединения завода с совхозом на его модернизацию и новое строительство использовано более 2 миллионов рублей капиталовложений. Только за последние 2 года построены 2 винохранилища на 550 тысяч декалитров, одно из которых с бутовым хозяйством на 250 тысяч декалитров. Построены новые котельные, ремонтные мастерские, реконструирован цех утилизации и сушильный цех. Слияние завода с совхозом позволило использовать рабочих завода в несезонное время на сельскохозяйственных работах. В период, когда завод испытывает недостаток в рабочей силе, туда направляются сельскохозяйственные рабочие. Экономические и промышленные, и сельскохозяйственные рабочие одинаково заинтересованы в эффективности хозяйства, поскольку их труд оценивается по конечному результату, общей прибылью хозяйства в целом. Агропромышленная интеграция позволила использовать все промышленные отходы. Получаемая выжимка направляется на сушку и подработку. Виноградные семена направляются на маслозаводные комбинаты для получения масла. Остальная часть используется в зимнее время на корм скоту. После соединения совхоза с заводом был построен цех переработки плодов на соки мощностью 5000 тонн за сезон. Производительность цеха 120 тонн в сутки. Отходы яблок используются для кормления животных. Солнце позолотят верхушки деревьев,
жизнь в поселке оживает, вливается в будничное русло. Еще одним свидетельством повышения
лет стал сельский дом отдыха. Домашним уютом веет от убранства комнат. В свободное от работы время здесь можно отдохнуть всей семьей, с друзьями.
фуражную корову достиг 3500 килограммов молока. Средний сдаточный вес одной головы крупного рогатого скота составляет 470 килограммов. От животноводства совхоз-завод получает ежегодно по 120-150 тысяч рублей прибыли. Ежегодно осваивается 40-50 гектаров новых земель. В течение 3 лет после освоения земли с целью улучшения их структуры используются для выращивания кормовых культур люцерны и кукурузы на силос. Только после этого на них производят посадку садов и виноградников. Процессы кормодобывания полностью механизированы. Совхоз был создан в 1945 году, последний год Великой Отечественной войны, на заболоченных землях, заросших камышом и кустарником. Год за годом героическим трудом осваивались все новые гектары галечниковых земель в пойме реки Черчик. До настоящего времени работы эти систематически продолжаются. На них постоянно занят совхозный землеройный отряд, состоящий из 25 механизмов. Вопрос дальнейшего увеличения земель находится постоянно в центре внимания руководства и специалистов совхоз-завода. О занесении на всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР. Директор совхоз-завода товарищ Атаджанов от имени коллектива берет повышенные социалистические обязательства и говорит о перспективах дальнейшего развития хозяйства. Мы для этого хотим довести производство винограда до 10 000 тонн, и довести производство плодов до 8-10 000 тонн. Тем самым обеспечим полностью максимальную потребность завода переработки наших государственных продуктов. Одновременно мы хотим улучшить и качество продукции. Сейчас мы выпускаем около 10 видов вин, из них имеет 3 на качество. Мы хотим его до конца лета довести, выпускаем продукцию все виды на качество. Решение партии и правительства об аграрно-промышленной интеграции открывает все новые неиспользованные резервы. И дружники совхоз-завода не собираются останавливаться на достигнутом. Совхоз-завод находится на правильном пути.
alsın herhalde, mandillerini alırsın. Я вам сейчас тоже расскажу, потом. А, что там? Рано Курбана? Рано Курбана? Ну ладно. Здесь что, пару блюда? Пару блюда. Будешь ты бусатер? Хочу нам биттесы, бутылки, хочу нам блюда. Аня, да, это вообще да. На торгу половину катался? 5 рублей не хочешь? Дядя, ну вы на сколько рублей? Нет, нос, нет. Дядя, я куплю за паспорта. 3 рубля. 5 рублей. Что, кто-то берет что-то? Светаны, молодцы, которые цветы вот оставили, да? Мы цветаны поселили. Вот 20 я свои. Опять вот у меня рубли. Ага, во, хорошо. А если рублев есть, нам разменяйте? Разменяйте. Давайте, давайте. Разменяйте нам, а? Мы сами там тоже разменяем. Если разменяйте. Эти с одной тоже. Интересно? Гости, концерт знак тоже? Я у Фабика. Пожалуйста.
Итак, в их исполнении
Сам президент. Конечно. Мы изучали, кем бы в жизни не были потом. И поэтому именно в этот праздник 36-я Тимирязевская школа. И работает, и значит много делает для нашей республики. И они будут делать. Сделаем вклад в фонд сегодняшнего марафона на тему милосердия «Изволенные дети». Той славы ученик 9 класса написал в своей работе. Знаем мы
будем мы еще любить, будем музыку дарить, радость и любимый мы, друзья. Знаем, знаем мы с ним, дорог жизни каждый миг, и надежду незачем терять. Будем мы еще любить, будем музыку дарить, радость и любимый мы, друзья. Еще любить, будем музыку дарить, радость и любимый мы, друзья.
келесі елге ғам, шу ғанадонда, шу жойда, ене дидар көрішкіншес, насып күрсін. Хаммейлерге сұхат саламады, ұзан ұмыр, хайатилар мұндан ғам чырайды көрсін. Рахмат. Давай. Как часто мы грустим,
Так часто мы страдаем, порою все прошло, не стоит вспоминать, но что там впереди, мы не знаем, и все еще хотим прошлое догнать, а жизнь летит, летит. Ее не остановишь, и прошлогодний снег уже не сохранить. В этом совхозе я уже проработал и прожил, работал вместе с Мухаммедом Ржановичем с 52 года. Это 46 лет. Мне очень хорошо знакома вся деятельность нашего совхоза. Какой он был, как Иван Андреевич сказал, камыши, дома сейчас... Сейчас у некоторых создается впечатление, очень трудно, тяжело жить. А как жили тогда мы? У нас квартиры не было. Жили вон в кишлаке, по две, по три семьи в каждом домике. И вот мы выжили, живем. Вся эта заслуга, конечно, покойного Мухаммеда Ржановича. Я с ним поработал. Тоже до пенсии он меня также проводил, на пенсию. У нас много заслуг и нашего совхоза, ведь наш совхоз – это один из лучших передовых совхозов республики. Нас чтили, нас уважали. И вот этот музей, открывший по инициативе наших работников, очень кстати, хорошо. Я благодарен всем, кто еще среди нас живой, чем-то помогает совхозу. Спасибо. В добре. Посмотрите, вот мы сегодня собрались единой семьей. Здесь представители разных национальностей, но мы с вами единая, дружная, крепкая семья. Нужно оставаться на долгие времена вот такой же крепкой, единой семьей во всех делах, во всех начинаниях. Счастья всем, здоровья!
Магомедом Атаджановым годы день за днем, за часом час, наша жизнь проходит как бы заново. Сравниваем, как живем сейчас. Читаем списки наших ветеранов. Они же наши деды и отцы. Они в совхозе залечивали раны. К сожалению, многие ушли. Благодаря музею живут они в сердцах. С благоговением вспомнили мы их, уходя они благословили нас, сыновей и дочерей, соратников своих. А вот родная школа, вот учителя, волнуемся, где годы наши эти. Нет, эти годы нам забыть нельзя, на нас в винетах смотрят дети. Ах, как часто стало биться сердце, когда увидели героев мы труда. Совсем недавно, мы же были вместе, казалось, не расстанемся мы с ними никогда. Дальше мы идем. О боже, что за книга? Это же совхоз, это фрукты наши. Как изменилась жизнь и какие сдвиги. День за днем все становилось краше. Изучайте, радуйтесь нашим достижениям. Ваши экспонаты – это просто клад. Лишь вперед направлено движение. Музей наш отразить все будет очень рад. Слушайте же, коренные жители совхоза, если в вашей жизни есть сильные моменты, приносите нам в наш музей. Мы вас очень просим. Памяти достойные, фотодокументы. Мне бизден алдын хаммас уз айтылды. Да, действительно, бизден 23 йыл ишадык Мухаммед Атажановичынан. Бу адам мехнатны яхшы катерлеген, ирт ишини яхшы билген адамлардан билер. Худа рахмет кылсын у кишини. Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar. Mana bugun bir avvalo bor sizlarni hammanglarni bizni davlatimizni 7 yoshligimdan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizlarga hammanglarga uzoq umr, sihat salomatlik, oilalarda tinchlik, totuvlik tilayman. Уважаемые товарищи, я от всей души поздравляю вас с нашей независимостью. Пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Сегодня мы производим открытие музея, музей истории нашего хозяйства. В действительности, когда мы готовились к этому, мы пересматривали и в действительности видели наяву всю историю нашего хозяйства. Вот здесь вы сидите, ветераны. Здесь как раз отражена вся ваша жизнь тоже. Мне бы очень хотелось, то, что у нас не полностью оформлен этот музей. Я думаю, сегодня вот вы просмотрите, если у кого-то есть еще материалы, что-то интересное, я думаю, вы представите этому музею. Это для будущего поколения, чтобы будущее поколение знало, помнило вас. И тем самым будем знать и мы. Первый агроном 45-го года Гусев. Гусев, да. Вот Шведер, академик. Приезжал. Thank you.
Я всегда говорю, как меняется. Я детей своих. Они вот тут, а вина. Камерика, Мари. Бринчи урым керемас. Екенчи берсан зуль. Булады ма? А, булады. Шопры, шопры. Камалям. Ятсам. Уважаемые друзья, праздник наш продолжается, посвященный Дню независимости Молдавской Республики, 7-й годовщине, посвященный празднику открытия истории музея имени Атажанова, музея истории Аграфима Атажанова. Это мероприятие продолжается. Пожелание, если есть желающие, подходите, говорите по микрофону. Если нет разрешения, предоставить слово нашему художественному руководителю. Так, да,
Светлана Дмитриевна, спасибо большое. Мы думали, вы нам сразу две песни споете. Что-то быстро устали вы с ним. А сейчас я представляю опять ансамбль «Югознар» с шуточным танцем. Ансамбль «Югознар», пожалуйста. Давай, мы же... Уважаемые друзья, на сегодняшний наш праздник приехала с Республики России Наташа Королева. Ну-ка поприветствуем Наташу Королеву, пожалуйста. И эта музыкальная композиция называется «Маленькая страна». Можно так не Это? Ну-ка, покажи вот так. Чья Женька? Сын Женя. Все они, ну-ка. Это правда.
Аллеям скучаю, дорог мне наш родной огонек, и порою мне так не хватает время выбраться хоть на часок. Виноград и яблоки, персики и сливы, спелых фруктов запахи всех с ума сводили. А весною девушкам вместо парфюмерии там цветут акации и кусты сирени. Нет на свете прекраснее места, загляните туда хоть разок, вам напомнит далекое детство неизменный наш школьный звонок. Виноград, яблоки, персики и сливы, спелых фруктов запахи всех с ума сводили. А весною девушкам не нужно в парфюмерии, расцветут акации и кусты сирени. Яблоки, персики и сливы, спелых фруктов запахи всех с ума сводили. А весною девушкам не нужно парфюмерии, расцветут акации и кусты сирени. По тенистым аллеям скучаю, дорог мне наш родной огонек, и порою мне так не хватает время выбраться хоть на часок.
виноград и яблоки, персики и сливы, спелых фруктов запахи всех с ума сводили. А весною девушкам вместо парфюмерии там цветут акации и кусты сирени.